эфире программа Beauty Time. Красивые люди в красивом городе. Ближайшие 20 минут о том, что формирует стиль жизни. Способность мыслить творчески делает успешными специалистов любого профиля. Это в очередной раз доказали студенты высшей школы гостиничного бизнеса. Как отметили десятилетие школы будущие рестораторы и ательеры, смотрите прямо сейчас. Эпоха сухого закона с ее гангстерскими историями, блестящими красотками и веселыми подпольными вечеринками не раз становилась темой стилизации и пародий. Этой теме посвятили свой очередной проект и студенты высшей школы сервиса и туризма, которая в этом году отмечает десятилетие. В этом году мы празднуем 10 лет нашей отельной школы, и, наверное, самый главный итог вот этих 10 лет, что мы действительно стали отельной школой. И, естественно, персонал, который мы изначально готовили для этих отелей, и он не был ранее так востребован, поскольку этих отелей в России не было. И вот сейчас мы не успеваем отвечать на звонки, на письма из ведущих отелей, которые находятся на территории России. Гости и персонал, одетые в стиле 20-х, концертные номера и неподражаемые Джозефина и Дафна из фильма «В джазе только девушки» – все это форма. Что же касается содержания, свое название высшая школа на все 100 оправдала блестящим сервисом и такой же кухней. Получая профессиональные знания у лучших в мире педагогов зальцбургских школ, эти студенты привнесли в профессию и кое-что свое. Российские студенты на порядок талантливее, креативнее, чем их сверстники в Европе. На порядок. А у них все всегда было, а у нас было очень мало. Поэтому мы были вынуждены выкручиваться. Поэтому такие креативные, поэтому такие талантливые, находчивые и веселые. Мы все сплотились в один коллектив, все были дружны, все помогали друг другу. Еще лет 5 назад найти достойную работу по специальности можно было только за рубежом, что, собственно, и практиковалось среди студентов высшей школы. Сегодня международные отели открываются повсюду, и наши специалисты оказываются востребованы и в родном Челябинске, и в Москве, и в Сочи, и в других городах России. Один из трендов парикмахерской моды – яркие цветные пряди – считается очень смелой идеей. Впрочем, у стилистов есть предложение для тех, кто осмелился быть креативным совсем ненадолгое время. О возможностях красителя Instamatic узнала Элина Ахметшина. Креативный подход и способность постоянно меняться – два качества, которые всегда характеризовали моду. А один из действенных способов преображения внешности – это прическа. Однако многие относятся настороженно к перспективе радикального изменения цвета. На это фэшн-индустрия готова ответить новыми технологиями и уникальными продуктами, которые способны безопасно и лишь на время преобразить имидж. В центре нашего внимания техники мультитонирования и Instamatic. Новая услуга по тонированию волос Color Touch Instamatic для создания приглушенных мягких оттенков, эффектов патины. Цветовые пигменты в составе краски мягко проникают в кутикулу волоса и дарят яркие, живые оттенки с фантастическим блеском. Тренд «цветные пряди» становится все более популярным. Но в отличие от прошлого сезона, стилисты марки советуют делать ставку на вариант с мягкими и естественными переходами. Алена, мне кажется, ей подойдут лиловый расцвет, изумрудный поток и океанский шторм. Что ты насчет этого думаешь? Мы тебе сделаем очень красивые блики на волосах. Это будет приглушенный очень оттенок. Цветовые пигменты в краске мягко проникают в кутикулу волоса и дарят яркие оттенки, наполняя потрясающим блеском. Данная процедура подходит больше светловолосым девушкам, потому что на них можно заметить более яркие оттенки, но также можно использовать и на брюнетках, и на шатенках. Темным волосам эта краска придаст цветного блеска. Такое окрашивание волос – находка для тех, кто желает в Новый год и на период каникул освежить имидж. В зависимости от способа ее нанесения, цвет сохраняется на волосах порядка 2 недель. В результате мы получили дерзкий, но при этом мягкий цвет, соответствующий последним тенденциям моды. К менее радикальным техникам относится мультитонирование. Ее цель – лишь освежить цвет при помощи мягких нюансов. Такое очень легкое.
Нам еще и время силы мастера окрашивания, которое позволяет, ну, в принципе, создать очень такой мягкий перелив. На сегодняшний день моноцвет ослабляет свои позиции, поэтому существует много техник, которые позволяют добиться очень красивого переливания цвета на волосах. При этом, оставаясь блондинкой, клиентка может сразу несколько оттенков на себе испытать. Такой способ окрашивания подходит любому цвету волос. И, как утверждают стилисты, переливы оттенков прядей делают образ современным и стильным. Результатом сочетания оттенков Алена получила у нас ожидаемый эффект, оставшись блондинкой. Благодаря мультитонированию мы получили сочетание холодных и теплых оттенков. У нас получилась достаточно игривый, современный, и цвет получился живой, и в нем появилось движение. И от того, что моде свойственно быть неуловимой, в цене менее радикальные преобразования внешности. И сегодня этот тренд коснулся самых разных сфер индустрии красоты. Самые интересные обязательно окажутся в объективе Beauty Time. Новый модный сезон в салоне красоты Сен-Пари. Все виды парикмахерских услуг, ногтевой сервис, косметология. А также новинка сезона – ламинирование ресниц Humilations. Стильная атмосфера – королевский сервис. Сен-Пари. Российская, 218. Телефон 264-57-52. Нежные и легкие, как облако, подушки и одеяло. Натуральные материалы, инновационные технологии, аромапропитки. Бутик домашнего текстиля «Тогас». Братьев Кошериных, 159. «Киномакс Урал» приглашает на открытие большого зала в инновационном формате «Люкс Реал Ди». 24 декабря в 19:00 новая эра 3D придет в Челябинск с премьерой комедии «Елки 1914». «Киномакс Урал». Телефон 700-06-06. Подарки для самых стильных, любимых и искушенных. Представляет салон элитных тканей «Тисура». Классическая шелковая каре от «Валентина». Галстуки ручной работы, отрезы тканей и уникальная фурнитура для самых креативных идей, а также подарочные сертификаты номиналом от 2000 рублей. Эксклюзивно на Тимирязева, 26. Территория тайского спа на Российской, 206. Подарочные сертификаты от 1000 рублей. Территория тайского спа. Телефон 223-23-20. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Традиция наряжать елку имеет древнейшую историю. Изначально главный символ Нового года украшался сладостями, затем деревянными поделками, позже елочными игрушками. Современные тенденции дизайна предполагают декорировать пространство не только елкой с игрушками, но и другими, порой самыми неожиданными элементами. Например, из еловых веток дизайнеры могут собрать елку любой высоты и оригинальной формы. Такую елку можно украсить и игрушками, и цветами, и пряниками, и всем, чем вы пожелаете. В последнее время пользуются спросом рождественские венки, которые состоят из искусственной хвои, также мы делаем из живой хвои. Они могут быть настенные, настольные. Туда можно добавить свечи, разные игрушки новогодние. Новогодние композиции могут быть также с участием живых и искусственных цветов. К традиционным зеленым оттенкам можно добавить цвета интерьера. Эти сказочные деревья могут украшать не только интерьер, но и пространство экстерьера. Елка в фирменных цветах компании – очень стильное решение для офиса. Чтобы соблюсти все новогодние традиции и в то же время сделать пространство эффектным и стильным, лучше всего привлечь профессиональных дизайнеров. И тогда в новом году в вашей жизни будет все не только хорошо, но и красиво. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. После операции на носу с изменением носового дыхания, восстановлением формы носа, изменением, через какое время можно заниматься спортом и вернуться вообще к привычному образу жизни?
Операция на носу одна из таких наиболее щепетильных. Здесь в течение месяца мы рекомендуем не заниматься спортом. Вернуться к привычному образу жизни можно будет после снятия гипсовой повязки, которая находится на носу у пациента в течение 10 дней. То есть на работу можно выйти через 10 дней. Скажите, пожалуйста, насколько пластическая операция опасна и вредна для здоровья? Любая операция содержит в себе определенные риски. Сюда относятся риски наркоза, есть риск ранних послеоперационных осложнений, которым можно отнести кровотечение, болевой синдром. Здесь могут быть несостоятельность швов, когда зашитая рана не очень хорошо заживает. Все это связано как с индивидуальными особенностями организма, так и с какими-то сопутствующими факторами. Например, ненадлежащий уход или несоблюдение рекомендаций после операции. Все эти вещи очень важны, поэтому мы уделяем очень большое внимание именно послеоперационному уходу. Тогда все проходит замечательно. Зимняя мода – это непременно теплые вещи и всегда варианты верхней одежды и головных уборов. Несколько стильных образов от дизайнеров известного итальянского бренда в продолжении выпуска Beauty Time. Зимой в нашем климате хочется ярких красок. Если к их присутствию в верхней одежде готовы не все, то трикотаж ультрамодных оттенков – решение довольно простое, но в то же время актуальное. Красный цвет, он всегда яркий, активный, и, конечно, его предпочитают лидеры. И один из оттенков красного – это коралловый цвет. Он сейчас очень популярен на пике моды. Я хочу предложить интересные такие джемпера, где в сочетании с кораллом можно добавить серый цвет. И мы можем продолжить какой-то длинной трикотажной юбкой, которая хорошо соединит, да, этот комплект. Если мы хотим этот джемпер добавить в деловой образ, то хорошо будет сочетаться с какой-то рубашкой. Коралловый цвет хорошо смотрится в трикотажном жакете, который можно использовать как и с джинсами, так и с классическими брюками или даже с юбкой. Здесь интересная отделка, как застежка сложная, так и какие-то вставки дополнительные из ткани. Есть кожаная вставка, интересные подрезы, которые хорошо могут подчеркнуть нашу фигуру. Но хотя он все равно говорит нам о классике, потому что присутствует английский воротник. Черный всегда выглядит элегантно, особенно в сочетании с белым. Его дизайнеры обыгрывают и в вечерней моде, и в деловом контексте, и в комплектах стиля casual. Вот, например, этот комплект, где мы используем белую трикотажную кофту, а к ней добавили черно-белый бомбер. Здесь застежка в виде молнии, которая придает нам спортивности и, конечно же, стройнит. Вот оригинальная подача трикотажа, которая напоминает ткань букле. Здесь все-таки такой легкий намек на стиль Шанель, но при молнии и кожаной отделке получается более спортивный стиль. Еще одно эффектное черно-белое сочетание с участием натурального меха. Чистые прямые линии создают расслабленно элегантное настроение. Эти классические цвета удобны тем, что сочетаются с любыми вариантами верхней одежды. В данном случае можно себе позволить более яркое пальто или пуховик. В одном челябинском эстетическом центре провели эксперимент. Врачи-косметологи освоили азы декоративного макияжа и теперь после профессионального ухода предлагают своим клиентам лечебно-декоративный минеральный мейк. Подробности об этом в продолжении выпуска. В наш век невероятного темпа жизни и высоких требований к внешнему виду так важно, чтобы косметические средства работали на поддержание красоты постоянно. Для этого свои усилия решили объединить косметологи и визажисты, которые используют в своей работе специальную минеральную косметику. Минерально-декоративная косметика еще в 70-е годы использовалась уже в пластической хирургии. Но это в Голливуде было. То есть актеров делали пластические операции и после
этих процедур, манипуляций наносилась минеральная косметика на лицо, тем самым маскируя недостатки, швы, рубцы, либо синяки послеоперационные. И поскольку концепция Холиленд избегает агрессивного воздействия, а именно направлена на щадящие методики по уходу за кожей лица, то в продолжение этого ухода рекомендуем минеральную декоративную косметику. Состав отличается очень сильно от обычной тальковой декоративной косметики тем, что она не содержит, самое главное, талька, масел, отдушек, парабенов и консервантов. А это очень важно для кожи. Радикальные методы, такие как хирургия, глубокие пилинги и лазерные шлифовки, в основе которых обновление путем травматизации, показаны далеко не всем. Хороший эффект также достигается и при поэтапном применении щадящих косметических средств. Один из примеров этой концепции ухода представляет врач-косметолог Татьяна Калинина. Сегодня у нас процедура с надеждой подготовка к глубокому пилингу. Мы будем наносить последовательно пилинги возрастающей концентрации, но все они будут на уровне рокового слоя. Сейчас я нанесла пилинг, который называется пилинг-сыворотка. Поскольку здесь помимо фруктовых кислот есть еще и сывороточная часть, которая обеспечивает стимулирующий эффект. Поскольку без серьезного шелушения, без длительного реабилитационного периода, за счет именно сывороточной части мы получаем хорошее состояние кожи. Наносится руками для того, чтобы опять же обеспечить более лучшее проникновение активных ингредиентов в кожу. А завершается процедура маской с ретинолом и фруктовыми кислотами. Ретинол в этой маске содержится в виде маленьких красных гранул, поэтому при нанесении мы как бы раздавливаем их и впитывая в кожу. Потом уже наносим заключительную комбинацию из препаратов, которые также будут усиливать выравнивающие свойства предыдущих. Курс подобных процедур улучшает качество кожи и останавливает процесс старения. В данной косметической линейке есть также и специальные комплексы для подростковых проблем. Эти программы эффективно борются с угревой болезнью. А после процедуры работу продолжает минеральная декоративная косметика, которая не только маскирует, но и поддерживает все то, что проделал косметолог с помощью лечебной косметики. После нанесения реабилитационного комплекса мы обычно нашим пациентам предлагаем нанесение декоративной косметики. Это не так давно появилось в нашей клинике. Очень удобно, поскольку многие пациенты после процедуры хотят уйти на работу, например. А после вот подобной процедуры может быть небольшое шелушение. Вот как раз минеральная декоративная косметика и решает этот вопрос. Если же нашей пациентке нужна более детальная проработка макияжа, мы тогда приглашаем визажиста для того, чтобы уже сделать красивую картинку. Мы очень рады, что врачи клиники согласились с удовольствием и поддержали нашу идею о том, что после процедур косметологических, после инъекционных, постпилинговых шлифовок мы можем теперь наносить декоративную косметику. А для этого врачи клиники специально выучили Сазан минерального натурального макияжа. Применение минеральной декоративной косметики наряду с домашним уходом из профессиональной линии рекомендуется ежедневно. Это позволит поддержать лицо в идеальном состоянии в течение всего дня. Центр эстетической медицины «Холи Ленд». Улица Энгельса, 49А. Телефон 265-64-64. Верхняя одежда из Австрии. Ваш безупречный выбор на загородной прогулке и в деловом центре города. Магазин «Австрийская одежда» на Пушкина, 65. Британский лингвистический центр предлагает языковой городской лагерь в зимние каникулы, подготовку к экзаменам и современное обучение для взрослых и детей. Диплекс. Deep
комплекс. Галерея красивых судеб. Телефон 211-23-23. А у меня все, до встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой.